Председатель Высшего избирательного совета Ахмед Йенер объявил, что согласно неофициальным результатам, президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на свой пост во втором туре президентских выборов, набрав около 52% голосов. Эрдоган получил 27 725 131 голос, а Кылычдаровлу 25 402 951 голос. Лидеры многих стран поздравили президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его успехом во втором туре президентских выборов. В заявлении, посвященном победе Эрдогана на выборах, Абдул-Джилиль Каракаш, президент Центра культуры и информации Восточного Туркестана, отметил, что Эрдоган был первым, кто назвал действия Китая геноцидом после трагедии в Урумчи в 2009 году. Каракаш в своем заявлении выразил желание, чтобы результаты этих выборов были благоприятными для Турции, тюркского мира и исламского мира. Каракаш заявил: «Мы надеемся, что президент Эрдоган и турецкое государство проявят больше интерес к народу Восточного Туркестана, подвергшемуся геноциду, и предпримут практические шаги, чтобы остановить это преследование». После саммита Китай-Центральная Азия, который состоялся на прошлой неделе, стало известно, что между Кыргызстаном и китайскими официальными лицами было достигнуто соглашение о гигантских инвестициях в размере 63 миллионов долларов в два кинофильма. Согласно сообщениям кыргызских СМИ, Кыргызстан и Китай договорились о создании двух сериалов под названием «Ветер на шелковом пути» и «Любовь в Бишкеке». Министерство обороны Тайваня заявили в субботу, что были обнаружены три китайских военных корабля, включая авианосец «Шаньдун», проходящих через Тайваньский пролив. В министерстве подчеркнули, что следят за движением судов и будут реагировать соответствующим образом. Также ведомство отметило, что за 24 часа с 6 часов утра с пятницы по субботу обнаружено 33 самолета Народно-освободительной армии Китая и 10 военно-морских кораблей вокруг Тайваня. Азербайджан отмечает 105-летие независимости, провозглашенной 28 мая 1918 года. Независимость Азербайджана, считающегося первой демократической республикой мусульманского Востока, была провозглашена Азербайджанским национальным советом 28 мая 1918 года.